Ну, у них там еще пока это. Мебель вам поставили. Коробки там. А тебе тоже бы штат были, Олег? Ну, помнишь, долго, а потом решили, так еще надо купить, лежали или еще такое. Да. Блять, что? Что ты делаешь? Зеленый горит, ты че? Ты че, зеленый не видишь, а? Посмотри, какой свет! Посмотри, блядь, дебил! Сука! Вывел. Охренел еще, видел, что делает? Выложу этого козла. Жалко, блядь, он повернулся. Так наглую, блядь, на зеленую едет. Еще я возмущал. Ну. Я не знаю, кто не платил. Лена, моя вроде, Лена. Да? Да, она не платила. Я и то заплатил $50, блядь. Видишь, вот так. Ну, не, я сдал сам, но когда меня заставили получить украинский права с российским, я не готовился, я просто на шарагу пришел и завалил этот, как он там, компьютерный тест. Причем я потом посмотрел, что я нажал, что я, у них две редакции было, старая и новая, они по старой принимали, а учил я, ну, читал правила по новой. В итоге по новой я ответил и неверно, а потом выяснилось, что вот что это такое, блядь. Ёбнутая, блядь, хоть бы посмотрела. Вообще, блядь, что за люди, блядь? Выехали, сука. Дебилы вокруг. Я еще, блядь, на кассе с кем-нибудь потерялся. Потише ехать, вот это чуть, блядь. Да, тут какая-то. Блядь. Пожалуйста. Зона, блядь. Зона чуть, блядь, да. Паранормальных явлений. Там идиот, блядь, при повороте налево не пропускает. Тёнка, бля, вообще на морозе переходит дорогу. А она даже никак не увеличила шаг. Она такая посмотрела, а чё? Да-да-да, ну это тут едешь, блядь, я тут иду. Ну это было толпа. Ну, чувака вообще не видно было, да? Да, он как... Выскочил, причём он бежал. Призрак, наверное... бежать нельзя. Ну да, перебегал. Скриптатор. Задубили. Не знаю, я сейчас не удивлюсь, у них на кольце какая-то херня будет происходить. Thank you.